Алло, да, мамочка? Привет, любимый, привет. Да. Пока. Так. Леся, любовь моя, дорогая, ты все неправильно поняла. Нас грабят. Слушай, ты давай как-то уже определись. В прошлый раз, когда я застукала тебя с медсестрой, ты сказал, что тебя лечат. Потом, когда была эта фифа в полицейской форме, ты сказал, что тебя допрашивают, да? А теперь тебя грабят. Ты бы определился, родной, наконец. Ты кто? Жертва, преступник или больной? Леся, я здоровый. Я тебе серьезно говорю, зашел грабитель. Я бы в жизни ему дверь не открыл. Он просто скотина, он переоделся в Деда Мороза. Я доверился. Что ты? Да. У вас еще и ролевые игры были? Ах, вы какие молодцы. Смотри, девушка Марусь наказывает плохого мальчика. Леся! Кошмар. С кем я связалась? С извращенцем. Я не извращенец. Извращенец? Еще какой? Вот это вот что? Проплывай, мой, да, проплывай. Что тут такого? Что? Знаешь что, милый мой? Даже Поплавский не будет заниматься сексом под Поплавского. Ты пойми ты меня, моя любовь, эту музыку не я включил. Это Варюга. Да? Варюга, он в ванной. Он включил эту музыку, чтобы соседи не слышали, что я буду кричать. Грабят, грабят, грабят. Кричать? Со мной во время секса ты кричал я один-единственный раз. Когда я случайно переключила футбол. Хорошо, если это грабитель, почему он так долго в нашей ванне? Да потому что не у всех в Киеве есть бойлер. Понимаешь? И если ты, родная моя, если сейчас ты не позвонишь в полицию, то нас грабить будет не только этот вор, но и Киевэнерго. Ну ладно, допустим, допустим, вор зашел в квартиру, но ты же посмотри на себя. Что? Ты же здоровенный мужик. Ну? Ты почему ничего ему не сказал? Я? Ну ты же хозяин, ты что-нибудь ему сказал? Он зашел, я ему тут же показал. Вот тебе! А не телевизор! Честно! Что? Что такое? Это что? Что? Где? Это голова? Нет? Вот это что такое? Где? Вот это. Это? А подожди, 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 не спрашивай, подожди, дай мне нужно подумать, что это там не нужно. Все, я понял, спрашивай еще раз. Это что такое? Это он меня душил. Это похоже, он тебя ртом душил. Я не разбираюсь, да, у него такой способ. Руки были заняты, полно вещей в руках, он душил меня ртом. И вот это душил? И это он меня душил. И вот это он тебя и душил, вот это да? меня душил. И... Ну, там... Вроде не додушил. А вот это что такое? Что? Что вот это? Вот это что такое квадратненькое? Квадрат? Блестящее. Блестящее? Да, шуршит. Это не мое, это его презервативы. Его презервативы. Знаешь почему? Потому что он пришел, он не хотел оставлять отпечатки пальцев, а пришел без перчаток и стал надевать на пальцы презервативы. Да. Он тебя что? Одним пальцем грабил? Да. Потому что он урод! Урод! Он меня заставил, понимаешь? Где мои тапочки? Тапочки он забрал. Он украл сразу тапочки. Он сказал, такие стильные тапочки. Прямо и забрал. Где мой халат? Халат. Он сказал, о, вот это добыча, халат. Ты тоже украл. Он здоровый такой, амбал, урод. Здоровый такой. Амбал? Да. А тапочки 37-го размера? Сейчас я разберусь. Куда? Я сейчас сюда зайду. В душ? Да. Не надо? И все установлю и разберусь. Не надо, он тебя может убьет! Вдруг он вооружен! Чем он вооружен? Феном, да? Так, фен рабочий.
Можно брать фен рабочий. Вор! Вор! Ты вор? Да! Вор! Вор! Мама, посмотри, вор! Посмотри, какой хороший! Посмотри! Господи, как же я рада, что из ванны вышла не худосочная красавица-блондинка, а огромное такое лысячо! Здравствуйте! Здравствуйте! Лиза! Что? Вызывай полицию! Звони в полицию! Да, я звоню. Звоню. Звони! Тихо, спокойно. Садимся. Алло. Мамочка. Мамочка, ты знаешь, на попей. Ты знаешь, ты была права. Он мне не изменяет. Да, слюнтяй, тряпка. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Что? Ну, может быть, мы с вами поужинаем? Я сейчас что-нибудь быстренько брошу в микроволновку. Нет у вас микроволновки. Да и вообще, знаете, время позднее. Метро скоро закрывается. Я что понял. Вы? Что вы? С таким огромным мешком, ой, тяжеленным мешком на метро это не годится. Что это происходит? Не годится. Я сейчас дам вам деньги на такси. Вот. Какие деньги на такси? Ну ты что, фонарили? Ты бы ему еще ключи от своей машины дала. Ой, какая же я дура. Господи, сейчас. Что происходит? Вот, правильно, берите. Езжайте. Спасибо, спасибо. Секундочку. Да. Секундочку. У вас жена есть? Есть? К сожалению, да. Что ты делаешь? Передайте ей от меня подарок. Ну, я пошел. Подождите. А что, у вас еще что-то осталось? Секундочку. Что? Последний вопрос. А, ой. Если вы вор. Да. Вот это все... Для чего? А я забыл совсем. Что же это я старый стал я? Да. С Новым годом, друзья! С новым счастьем! Да! С Новым годом! А я пойду, а то мне еще 4 квартиры поздравить надо. До свидания. Скотина. Прощайте. До свидания. Сволочь. Ну, видишь, а ты не верила. Эй, как я тебя люблю. Как мы все любим потрясающую актрису Олесю Жураковскую. Ваши аплодисменты в шоу «Вечерний Киев». Олеся Жураковская.